Всем привет, с вами Inform TV. Дарья Якомасова, российская актриса, которая знакома зрителям по драме «Жила-была одна баба», спортивным драмам «Легенда номер 17» и «Чемпионы. Быстрее, выше, сильнее», драме «Ангел революции», триллеру «Ведьма» и другим разноплановым картинам. В начале 2000-х Даша случайно попала на экран. Это была массовка клипа «Рассветная» Валерия Меладзе. Девушке так понравилось сниматься, что она отправила свое фото на студию Мосфильма. И уже через 2 года она получила предложение поучаствовать в кастинге. Личная жизнь Дарьи – закрытая тема. Долгое время на вопросы о муже и детях актриса отмалчивалась или расплывчато и отвлеченно рассказывала журналистам о критериях выбора спутника жизни. Подробностями личной жизни актриса также не делится ни в Инстаграме, ни в других соцсетях. Но в 2015-м актриса все-таки рассекретила собственные отношения. Сегодня избранник Дарьи – 46-летний телепродюсер Денис Фриман. Прошлый год принес актрисе главную роль. Якомасова сыграла роль Ольги Павловой, жены авиаконструктора в соцдраме «Алжир». Кроме того, в прошлом году она появилась еще в 3 картинах – «Доктор Рихтер», в военной драме «Коридор бессмертия» и в комедии «Проба». Актриса впервые стала мамой в октябре прошлого года. О беременности она не распространялась, пол ребенка не раскрывала до момента, пока не выложила фотографию в Инстаграме. Это оказалась девочка. Имя ее до сих пор неизвестно. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайки, подписывайтесь. Удачи!